Приветствую вас в этом видео, на связи Вячеслав Опилкин, и сегодня я хочу сделать обзор на подарок, который я получил от проекта Social Lift. Итак, переходим в мой кабинет, раздел подарки. Вот, и сейчас, то есть в принципе подарков уже было много сделано. Вот, и сейчас у меня подарок был за $150. То есть сейчас хочу сделать обзор на этот подарочек и показать вам, что я получил. Скорее всего, даже не я получил, а получил мой сын. То есть я купил ему за $150 в подарок электросамокат. Вот. Так, давайте переходим тогда в Озон, раздел заказы, обновляем. Вот, и вот такой вот электросамокат я ему купил. То есть уже он пришел к нам. И дальше как бы я могу показать вам уже радостное лицо моего сына, когда он получил этот подарочек. Ну вот и пришел нам наконец-то подарок от проекта «Живая очередь». Мой сынок-то получил такой прекрасный себе подарок. Это электросамокат. Вот, ну давай, откроем его тогда. Бери его, ножик, открывай. Так, все, распаковочку сделали. Давай, открывай. Что там у нас? Вот он, самокатик. Все, вот мы его достали из коробочки. Ну как, сынок, ты доволен подарком? Спасибо большое проекту Social Lift. Он заказал такой вот классный самокат. Ну, сейчас дождемся сезона и будем кататься вместе, да? Все. Всем пока-пока. Вот такие прекрасные подарки делает проект «Живая очередь». Вот следующий подарочек будет у меня уже за $200. Потом будет уже подарочек AirPods 3. Вот, и то есть в дальнейшем подарки будут только как бы увеличиваться по стоимости. Вот, и буду делать, конечно, обзорчики на эти подарочки. Вот, а так всем рекомендую, конечно, участвовать в этом проекте. Здесь есть как и образовательные курсы. То есть сейчас я добавил вот новую целую просто академию MLM, где можно научиться от А до Я, как говорится, зарабатывать в MLM проектах. Вот, и научиться много чему как бы полезному, интересному. А так, в принципе, курсы есть вообще на очень разные тематики. То есть любой человек, который хочет зарабатывать, учиться, как-то развиваться в интернете, может здесь найти для себя полезный курс, пройти его и начать зарабатывать в интернете. Вот, а также есть полезные сервисы в проекте, где мы можем тоже ими пользоваться. Вот, и улучшать, как говорится, свои результаты и повышать заработок от использования этих сервисов. Также в проекте у нас еще есть и три маркетинга. Маркетинг X10. Он представлен в виде матрицы, где можно зарабатывать как бы прямо сразу же после приглашения своих партнеров. В виде живой очереди маркетинг есть. Здесь, конечно, в долгосрок все идет. И здесь надо будет иметь такое терпение, как бы, чтобы дождаться хорошей выплаты. Но это как бы окупится в дальнейшем. Вот, и есть новый маркетинг автопрограмма, где тоже можем сразу же зарабатывать, приглашать людей и, в принципе, выйти на доход в автомобиль, ну, примерно, может быть, за год, за полтора, у кого какие амбиции и желание получить этот подарок. Поэтому всем рекомендую обратить внимание на этот проект, присмотреться, зайти, зарегистрироваться, посмотреть внутреннее наполнение проекта, ну и потихоньку начать зарабатывать в этом проекте. Все, на связи был Вячеслав Опилкин. Всем пока-пока.